Не поняла? Ты забыла, что я все-таки детектив. Ванный пар, только что там кто-то был. И волосы у тебя сухие, здесь кто-то посторонний. Тот, кто поднял крышку унитаза. Под кроватью его нет, значит, ты затолкала его в шкаф, услышав, что я вернулся раньше времени. Ты просто маньяк. Значит, не скажешь. Хочешь, чтобы я открыла шкаф? Хорошо, я это сделаю. Пожалуйста. Нет. Спасибо. Я сделаю вот что. Досчитаю до трех, а потом выстрелю в шкаф. Черт. Я передумаю, если скажешь правду. Раз. Всегда говори правду. Два. Три. Нет!